Все в цифрах, в сравнении и перспективе. Речь о мини-футболе и футболе. Сколько команд было, сколько стало, как подготовились к сезону, где есть чем похвалиться и добавить. Выполнено на 100%. В этом сезоне у нас заявилось и приняло участие 303 команды детско-юношеских. В прошлом году было 276. Детско-юношеские команды представляют все 31 муниципальное образование, что составляет 100% охвата территории Брянской области. Это второй год подряд у нас такие цифры, и это рекорд для нас. В сезоне в областных соревнованиях по мини-футболу сыграло 47 мужских команд. Прибавилось 11, если сравнить с прошлым годом. Чемпионом области впервые стала команда БМЗ «Брянск». Она же впервые представляла нашу область в первенстве России по мини-футболу первая лига зоны СФФ-центр в Липецке, где заняла 4-е место из 8 участников чемпионов своих областей. Еще больше желающих стать участниками школьной футбольной лиги. Сегодня это 62 школы, было 49. 8 учебных заведений подали заявку. Совсем скоро стартует взрослый футбольный сезон. В прошлом году у нас впервые в истории Брянской области играло 62 команды из 31 муниципального образования. То есть тоже 100% охват. Но если брать сезон 22 года, то, как я докладывал, Брянская область заняла 2-е место в России по количеству мужских команд. Ростовская область 71, Брянская область 60, Краснодарский край 50. Но новые данные будут, скорее всего, ближе к конференции РФС 2 июня. Но я уверен, что мы останемся одним из лидеров России. О женском футболе. Повод для гордости – победа нашей команды девочек до 16 лет в первенстве России. Для нас это впервые. Хорошо расписался и рассказал не то, что в этом году, а вот на протяжении последних лет. Сколько команд участвовало, сколько участвуют, и сколько каждый год все больше и больше и больше. Это же, если посмотреть глубже, это сколько наших мальчишек занялось любимым видом спорта, который им нравится, и которых мы оттянули от улиц. У нас же ведь много перспективных ребят, которым надо просто заниматься. Надо заниматься и доводить их. Доводить их до главной команды области, чтобы было с кого набирать. Будут дети. Эти дети в скором будущем будут взрослыми и будут играть в первенстве Брянской области в третьем дивизионе, во втором, да? И в первом. Это кто? Если они занимались, если есть футболист. А футболисты сегодня мы их готовим. Это дети наши. И то, что все больше и больше у нас команд выступает, и в том числе в этом сезоне будет выступать 48 команд уже в первенстве ЦФО, ПФО, вот России. Вот это дорогого стоит. То есть перспектива есть? Конечно. Перспектива есть, чтобы опять ходить на футбол Брянского «Динамо» и смотреть на своих земляков, как раньше мы ходили в молодость. Тогда же в основном были свои, залетных мало было. Переходим к стройкам. Сейчас по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» идут работы в Стародубе и Локте. Там возводятся спортивно-оздоровительные комплексы. В Фокинском районе Брянска уже выкопан котлован и заливается фундамент будущего дворца зимних видов спорта. Проводятся работы в земле для размещения инженерного оборудования. Вопросов много к другому объекту. Мы же злосчастную лыжную трассу мы же будем строить третий год. Вы же там вели работы, изыскания какие-то. Мне такое ощущение, что там суперстройка наподобие атомной станции у нас. То есть сегодня проект есть или нет? Областной центр лыжного спорта. Работы разбиты на 3 этапа. Первый – капитальный ремонт лыжероллерной трассы. И это не просто дорожки, покрытые снегом. Это сложное сооружение с коммуникацией, снегогенератором, освещением, водопроводом и так далее. Единственное, сейчас надо соблюсти уклоны и расширение сужения. Есть техническая часть проекта, где наша трасса посчитана чисто квадратура, протяженность, уклоны, где чего, а спортсмены, все-таки специалисты должны сделать техническую часть проекта, где должны быть антиуклоны на поворотах, радиусы поворота и где-то расширение на подъемах, где-то сужение. Поэтому вот как техническую часть проекта не разработают, можно приступать к работе. С проектом проблемы сейчас. Ну, специалисты, давайте специалистов привлекем. Изыскания все сделаны, как я понял, правильно? Все эти водопроводные, все эти дела, все сделаны. Только осталось там или согласовать, или взять их как консультантов, что какие уклоны и где какие должны быть, какие подъемы. Чтобы она соответствовала, чтобы можно проводить были соревнования, в том числе и российского уровня. Так? Ну так занимайтесь, чего не занимаетесь?
Сейчас спортивные стройки идут и в областном центре, и в районах. Губернатор призвал глав на местах не стоять в стороне, контролировать объекты, а с подрядчика требовать и расторгать контракта, если не будет укладываться в сроки. Андрей Мамошин, Алексей Рязанцев, Анатолий Чекрыгин, Брянск.